Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Ну что за подкидывание-то началось? Давай ешь. Кто пошла? Кот тут бегает и смущает. Рыжее чудо. Кот мышей там ловит. Она за котом следит. Давай. Еще не будешь есть мясо? Кукуруза наелась. Кукурузу ей дал. Все распотрошила ее. Давай. Так, кого-то будет проверять после меня. Че я потрогал? Давай. Вредничать, все по-своему умею делать. Начинается. Разбирается она. Это ем, это не ем. Это и кот нужен, и все. Вот кот, он там где-то лазит рядом. У нее сердце не на месте. Давай. У нас ее есть, ей надо, чтобы я не видел. Куда ушла-то опять? Ну? Хулиганка. Она хулиганка, иди да ешь. Ну, есть-то будем, нет. Сейчас будем за котом наблюдать. Коту оставим тогда, коту оставим.
мусс пачкал. Кот-то бегает, бегает сегодня. Все, наелась, она уже пошла полетать. Яйцо будем есть, говорит там. Комбиниваться. Это вот она. Ну, 300 рядов проверит, кто же кормит-то сегодня. Вдруг кто-то чужой. Давай. Что-то такая дерганая сегодня. Татьяна напугал. Давай еще одну яйцо снимем. Давай. Ну. Это и теперь это из руки надо, чтобы это сам дали. Из кожлупы не хочет больше. Она не хочет. Она выливаться не хочет. Она. Давай. Чтобы ее трогали. Ладно, не буду тебя трогать. Эй. Давай вылизывай хорошенько. Не хочет она вылизывать. Давай мяско съедим.
Да еще. Еще она не хочет. Давай булочку съедим. Ай. Ай-ка булочка сладенькая. Булочку и спрятать надо. Короче, все на сегодня. Кабинет сам начал.